Черная пешка как будто уже прошла, но белый успевает сделать последний ровус. И теперь проходит шаг. Отработка стратегий и решение шахматных задач. Так проходит не только подготовка к турниру, но и каждый день юного шахматиста. Играть начал 5 лет назад. Записался в секцию в школе. Увлекся настолько, что решил стать профессионалом. Так и пришел в клуб. И не раз становился чемпионом края и Сибири. В свои годы он уже выработал чемпионскую уверенность. В своих силах не сомневается. Говорит, главное – настрой. Хорошую конкуренцию Алтайский край может составить. Пока что, единственное, в самых маленьких возрастах достаточно трудно конкурировать. Но, в принципе, у нас есть шанс. Я являюсь фаворитом и могу выиграть его с большим отрывом. Побеждать ему помогает не только опыт, но и оптимизм. К турнирам любого уровня подходит с азартом. И стоять на месте не собирается. Теперь в его планах выход на мировой уровень. А пока готовится к Кубку Алтая. Будем соблюдать все нормы, которые Роспотребнадзор прописал, и поэтому мы еще арендуем дополнительное помещение, чтобы соблюдать дистанцию между участниками. Но я думаю, что мы должны это все, не должны, а мы проведем это на высоком организационном уровне. И те, которые к нам приедут, участники, нареканий, я думаю, что не будет. Кубок пройдет уже на следующей неделе в 4 возрастных категориях – до 9, 11, 13 и 15 лет. Вова будет соревноваться в последней. В прошлом году он был призером турнира. За год, говорит, опыта прибавилось значительно, поэтому и настроен поставить всем шах и мат. София Яценко, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.